Привет, друзья! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами телефон Acer Iconia One 10B3A40. И в данном видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне, точнее планшете, я уже запутался просто, поменять обои. Делается это следующим образом. Мы зажимаем наш экран планшета в любом свободном от приложений месте, например, здесь, и видим пункт «Обои», нажимаем на него. Здесь у нас показываются все обои, которые доступны на этом телефоне. Да, точнее, планшете, я уже, честно, устал путать во время записи этого планшета. Здесь мы можем выбрать или обои, которые доступны, у нас здесь они только одни, или выбрать обои с моих фото. Для этого мы нажимаем «Мои фото» и можем поставить какие-то обои, которые мы ранее скачали с интернета. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!